Карлос он на предыдущем этапе Гран-при показал, что отнюдь не случайно ему выдают вот эти самые авансы. Но теперь посмотрим, сумел ли все-таки Фирус. В Канаде его называют Фирусом, и мы будем именно так его и звать. Итак, Лайм, мы даже Леом сейчас сказали по стадиону. Фирус, тренирующийся под руководством Брюно Маркотте, не только спортивные пары, но и одиночники есть у этого тренера, пытается все-таки добиться высокого результата. В общем-то, видно, да, что не уверен был в собственных силах и почему Лайм Фирус, почему он не считал, что сможет достойно представить Канаду на боснийском чемпионате мира, и не учел только одного факта, что растущий нам Гуен выступил, пожалуй, ничуть не лучше, чем мог бы сам Фирус. О чем это говорит? Есть шанс, его обязательно нужно использовать. Как говорится, лучше попробовать и, возможно, потом пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь. Не исключено, что сам Лайм уже в этом убедится. Название вроде бы у композиции такое положительное, позитивное, happy ending, то есть все будет хорошо, но, по-видимому, не в этой короткой программе у Лайма Фируса и уж точно не в этой, не на этом турнире. Может быть, у него что-то получится в произволке, сейчас пока получается средненько. Ну вот когда начал спортсмен свое выступление, я хотел еще спросить, никого он вам не напомнил, вот, потому что у меня по первым движениям было прям четкое представление Патрика Чана, вот какие-то, может быть, характерные. Да, какие-то характерные движения мне показались. И сразу же он первым элементом упал с тройного акселя. Я и подумал, совсем Патрик, да? Да, прям Чан-Чан. Ну, не знаю, мне как-то про Патрика не подумалось во время этого исполнения короткой программы. Разве что вот именно тем самым падением с тройного акселя. Не знаю, видимо, аналогии другие. Все же катание это, мне кажется, все-таки у Патрика совсем другое. Кошачье такое. Но мне показалось, что просто Лайм пытается следовать в этом направлении. Может быть, я ошибаюсь. В целом он выбрал-то не самый плохой пример, да, для того, чтобы следовать. Вот, другое дело, что получается не очень хорошо.
есть раньше были пиратские копии, то сейчас это как сжатый звук MP3-128 относительно там чистых, без примеси, а еще лучше живых концертов. Ну, такой длинный-длинный заход на аксель. Ну, крутился в целом в воздухе, да, примерно как Патрик. Но единственное, да, вот. А, подтяжки еще. Опять же. Да, да, костюм. В общем, при желании можем подвести любую теоретическую базу. Но это точно ниже 80, поэтому у нас пока чудеса в решете продолжаются. Канадская Миссисога, город, в котором делают лучшее решето в стране кленового листа. Чудесное, я даже скажу. Будет сейчас меньше, чем у Дюамель Редфорда. Причем здорово меньше. Да, лишь 70 баллов, 7 из 7. Когда приходит время американских фигуристов,